Метеорологический прогноз на 26 июня 2023 года. Это понедельник. Луна находится в знаке Весы и действует рекомендации 8 лунных суток. День хорош для начала достойных дел, результатами которых вы будете довольны долгие годы. Хорошо заключать соглашения, начинать строительство, лечение. Благоприятно впервые надевать новую одежду. Знаки огня. Овен, Лев, Стрелец. День хорош для встреч, поездок и покупок. Хорошо работать с документами, консультироваться, исправлять ошибки, сдавать отчеты. Окружающие в этот день могут оказаться на какой-то своей волне, поэтому рекомендуется действовать так, как привыкли вы и как вам удобно. Также рекомендуется не поддаваться посулам рекламы. Знаки Земли. Телец, Дева, Козерог. В этот день возможны срочные расходы, связанные с вашими обязательствами и обещаниями. Хорошо делать срочную хозяйственную работу, ремонтировать поломанное, чинить обувь и одежду. День принесет интересные новости и встречи, возможно, посещение развлекательного мероприятия. Знаки воздуха, близнецы, весы, водолей. День хорош для заботы о своей внешности и своем здоровье. Возможно, неожиданные расходы на детей и развлечения. В этот день благоприятно не рисковать без нужды ни деньгами, ни здоровьем. В этот день вам могут открыться тайные возможности, которыми вы с успехом воспользуетесь. Знаки воды. Рак, скорпион, рыбы. День хорош для тихой и спокойной деятельности. Хорошо заботиться о близких и заниматься хозяйством. Хорошо оплачивать срочные счета и делать необходимые покупки. В этот день нельзя нарушать правила и законы. Избегайте споров с начальством и родителями. Однако день хорош для медицинских обследований. Дорогие друзья, я желаю вам удачного и счастливого дня. До встречи завтра.